В ходе выездной администрации жители Луневского обратились к профильным специалистам с просьбой наладить работу местного почтового отделения. Обращения касались графика работы и качества услуг. Возникли вопросы по недоставке корреспонденции, по недоставке получению пенсий жителям, пожилым. Мы говорим о пожилых, потому что они маломобильные люди, а территория у нас большая, 19 деревень, они находятся все для них на большом расстоянии. Было принято решение организовать встречу с начальником химкинского почтамта, чтобы она дала разъяснение о дальнейшей судьбе отделения. Встреча получилась очень конструктивной. Я рада, что присутствовали жители, которые нам помогут решить ряд вопросов. Но основная жалоба была, конечно, доставка корреспонденции. Данное отделение будет взято на контроль. Может быть, перераспределены будут доставочные участки. Хотя почтовое отделение Луневского еще находится в процессе перехода под управление химок, Елена Медведева пообещала лично курировать работу почты до тех пор, пока не будет должным образом налажена работа. На сегодняшней встрече, вы знаете, она прошла очень результативно. Начальник почты рассказала нам о тех изменениях, которые будут введены до 1 октября этого года. И надеемся, что все замечания они будут учтены и выполнены. До 1 октября уже планируется существенно модернизировать здание почты. Будет сделана перепланировка помещений, а также расширится зона для клиентов. Кирилл Петухов, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.